Так, я поубирала в квартире у хомяка, и теперь можно за ним понаблюдать, что он будет делать. Вот его домик, я все оттуда повыбрасывала. Так, по-моему, хомяк просто зарывается в опилки. По идее, он должен эти опилки тащить в домик. Да, он пытается зарываться. Типа делать себе норку пытается. Вот такой у нас красивый хомяк, белый. Так. Очень такой классный хомяк, джунгарский. Иди сюда, выходи. Хомяк Беляк. Зовут хомяка Беляком, потому что белый. Ну давай, лезь в домик. Хочу заснять, как ты будешь таскать туда опилки. Ага, он хочет норку себе рыть. Ну да, почесаться надо. Угу. Так, хомяк, давай, что ты делай? Давай, выходи, выходи, только не кусайся. В общем, можно долго наблюдать за хомяком после того, как убрала у него в квартире. Потому что он начинает, ну, какие-то норки рыть, засыпаться в опилки всякие. Вот. За этим можно долго наблюдать. Что-то грызет уже. Еще хомяк у нас маленький, поэтому мы его особо и не трогаем. Вот подрастет, тогда будем чаще трогать. А пока в основном мы только наблюдаем за ним. Он у нас пока только неделю живет. Что-то грызет уже. Такой маленький клубочек. Маленький беленький клубочек. О, вылез. Просто хомяк шикарный. А, он сено грызет. Ясно. Какую-то травку он грызет. В общем, хомяки для детей это вообще классное животное. Но они могут укусить. И вот, кстати, у нас была свинка морская. Свинки не кусаются. И поэтому ребенок мой, в общем-то, нечаянно придушил эту свинку. А вот хомяки кусаются, поэтому хомяка трудно придушить. Так что советую детям маленьким покупать хомяков именно. Хомяки, по крайней мере, за себя могут постоять. Морские свинки вообще какие-то очень слабые животные. Даже постоять за себя не могут. Ну что ты? Клубочек маленький свернулся в клубочек маленький. Вот такой. Вот такой маленький клубочек. Спокойный, не кричит, не кидается, не кусается. Очень классный хомяк. Повезло нам с хомяком. Хотя, мне кажется, они все такие по характеру. Вот сидит спокойно, сено жует.
Сейчас это сено себе в домик потащит. Ладно, короче, будет он здесь по ходу долго еще копаться. Вот. Так что можно за хомяком наблюдать долго.